Всем привет, друзья! Вы на канале «Планета Земля» и с вами Татьяна Панова. Мое путешествие по Калининградской области продолжается. В предыдущем видео я вам показывала, как мы гуляли вокруг музея янтаря. Показала вам ворота. Вот они с правой стороны. Вот вдалеке называются они Росгартенские ворота. В Калининграде 12 ворот, очень много фортов. Один из фортов, где сейчас потрясающий музей, это форт номер 5. Сейчас я собираюсь зайти в музей янтаря, сегодня он работает, посмотреть и показать вам, какие украшения, какие там камни в этом музее. Я нахожусь на площади Василевского, доехать до музея очень легко. Спросите, какой автобус идет до площади Василевского, и напротив установки ворота и музей. Торговля янтарем на территории Калининградской области начинается в конце каменного века. Вот представьте, когда еще начали торговать этим камнем. Рассвет относится к господству Рима. Еще во времена викингов, значит, янтарь был одним из самых-самых популярных и основных товаров на Балтике. И вот в обмен на янтарь вся прусская знать получала импортные вещи. Это и с Древней Руси, и с Европы. Вот такая вот история была у этого камня. До сегодняшнего дня ведется добыча этого камня. 90% янтаря добывается в Калининградской области. Сейчас посмотрим, сколько стоит билет. В понедельник музей не работал. Я вам сейчас поближе покажу. Здесь летнее время и осеннее. С 10 часов работает, понедельник выходной. А с мая по сентябрь он работает без выходных с 10 до 19:00. Что тут написано? На башне 10 апреля 45 года советские воины возродили знамя победы над Кёнигсбергом, завершив разгром гитлеровского гарнизона. В одном из видео я уже говорила вам, вот как раз, когда показывала 5-й форт, я рассказывала, что 6 по 9 апреля была битва за Кёнигсберг. 10-го возродили знамя. Ну все, сейчас я буду покупать билет и отправляюсь в музей. Билет стоит на взрослого 460 рублей. Если покупать билет полный на 4 зала, можно посмотреть 2 зала. Тут цена будет немножко поменьше. Есть школьная цена, студенческая цена. Цена на билет очень разная. Если вы пенсионер, можно прийти сюда в среду последнюю месяца. И за 20 рублей посетить этот музей. То есть последняя среда месяца. Очень много людей. На данный момент 2 группы. Поэтому я решила выйти. Ну и воспользуюсь своим пенсионным. Пойду на следующей неделе.
снимать. Сейчас прогуляюсь по городу. Покажу вам еще ворота и направлюсь на Литовский вал. Покажу вам Королевские ворота. Рядом еще есть очень красивые постройки той эпохи. Здесь еще брусчатка. Чувствуется, как идешь и так подхрамываешь то на одну ногу, то на другую. Вот эти ворота, которые находятся возле музея. Я вам уже говорила, называются они Росгартенские ворота. Башня Врангеля находится рядом. Если идти в сторону рынка центрального, вот я сейчас повернула налево, прям совсем недалеко. Здесь такая же башенка, как музей янтаря. Рядом резиденция короля, или правильно, наверное, резиденция королей. Это новый парк. От площади Василевского можно пешком пройтись на Литовский вал. Погода сегодня с утра была холодно, что-то ветерок какой-то был, но нет дождя, поэтому можно прогуляться где-то на автобусе, где-то пешочком и между тем еще сделать свои дела. Сейчас я обойти хочу и подняться по ступенькам и посмотреть, что у нас там, какой вид. Ходить туда нельзя, наверное. Ой, какие ступеньки. Не упаду ли я? Что там интересного? Ничего, наверное, интересного нет. Нет, не увидишь, да? Башню. А, нет. Ничего не видно. Думала там. Увидишь башню. Обошла я с одной стороны. Вот смотрите, друзья. Как и все форты, здесь обязательно должна быть вода. Но вот прохода я что-то не вижу. Как пройти туда? Видимо, там какой-то ресторанчик. Еще. Вот вдали еще. Круглая башенка. Вот здесь будет видно, наверное. Вот, да. Они соединяются мостом. И вот я подходила к музею янтаря. Вот я его обошла. С одной стороны. Музей. Калининград, конечно, украшает вот это... архитектура, старинные дома, форты, замки, кирхи. Очень много ворот, которые украшают город. Калининград был до войны городом-крепостью у Калининграда. 12 ворот. Северной, с южной, с западной. Юго-западный, северо-западный. Когда я показывала вам форт 5, мы прошли вовнутрь. Я подошла к стенду. Там было очень много каких-то фотографий военных лет. И вот я нашла описание этих ворот. Кому это интересно, посмотрите. 5-й форт. У меня две серии про форт. И там большими буквами написано, какие ворота украшают Калининград, для чего они были предназначены и как они назывались.
такая площадь Василевского. Сейчас я перейду дорогу. И через дорогу стоит памятник Василевскому. Вот памятник маршалу Василевскому. Музей Янтаря, ворота. Если повернуть налево, вот по движению, видите, церквушка белая? Это Невского. А мы направляемся на Литовский вал.